именно на этих соревнованиях у меня тренер поставил задачу выйти, побороться, показать все, на что я способна. Ну, а получится с медалью нет, это уже как получится. Вот. Ну, получилось так, что у меня бронзовая медаль, и я, в принципе, своим результатом довольна. Да, можно было, конечно, лучше, но придется утешать себя бронзой. А тренер остался доволен результатом? Ну, можно сказать, относительно. Все-таки, да, сделал много замечаний по поводу встречи. Ну, в целом, да, доволен. Скажи, у тебя было два подряд Кубка Европы юниорских, да, я так понимаю? Ты с медалями вернулась. Какие впечатления, как удалось выиграть? У тебя не было международных наград до этого. Ну да, я, конечно, рада за все 3 года. Это мои первые медали с международных соревнований. Ну, конечно, да, хотелось заработать их. Только в этом году у меня получилось, но я очень рада этому. Что ты дальше делаешь? Какой дальнейший план и какие медальные планы, может быть, на этот сезон, если они вообще? Ну, конечно, сейчас буду готовиться к чемпионату Европы по кадетам. Будет проходить в июле. Пока все свои силы направлю в подготовку к этому чемпионату. И последний вопрос. Вот из сегодняшних таких соперниц, какая встреча такая самая тяжелая была для тебя, которую можешь выделить? Ну, это, наверное, да, первая встреча, которую я все-таки проиграла. Вот Наташа Пилипенко достаточно сильная, и в этот раз я ей уступила.